Здравствуйте, друзья! С вами вновь Геннадий Рожевин, и сегодня тема моего видео слайд-шоу бесплатно или видео в программе Photoshop Pro. Дело в том, что приближаются новогодние праздники, и возможно, некоторые из вас примут участие в корпоративной вечеринке. Чтобы сохранить приятные воспоминания о проведенном вечере, можно сделать слайд-шоу. Для этого вам потребуется определенное количество фотоснимков и программа Photoshop Pro. Сегодня я покажу, как создается слайд-шоу в этой программе. К примеру, я выбрал в интернете несколько картинок. Вот они у меня собраны в папке. Сейчас мы их загрузим в программу Photoshop Pro и постараемся сделать слайд-шоу, который вы можете показать своим друзьям и при случае вспомнить, посмотрев это слайд-шоу. Естественно, не это, а свое. Итак, для того, чтобы создать слайд-шоу, вам нужно закачать программу. Программа для создания слайд-шоу называется Photoshop Pro. Она у меня уже установлена, поэтому я сейчас запускаю эту программу. Вот так она открывается. Здесь я выбираю слайд-шоу за 5 минут. Кликаем, открываем. И здесь есть несколько вариантов создания слайд-шоу. Допустим, детские, молодежные, праздничные, путешествия, свадебные, тематические. Ну да, вот здесь есть зимняя сказка. Давайте посмотрим здесь. В этом шаблоне как создать. Кликаем по этому шаблону, выделяем его, кликаем внизу далее. У нас открывается окно, где мы должны загрузить фотографии. Кликаем добавить фото. В этой программе мы можем загрузить целую папку. Давайте найдем ее, где она у нас находится на компьютере. Она у меня находится на рабочем столе. Так, вот эта папка. Кликаем по ней, она открывается, и выделяем все картинки, кликаем открыть, и вот они у нас загрузились. Итак, вот все у нас картинки загрузились. Давайте кликнем далее. Здесь нам нужно выбрать музыку. Давайте выберем музыку, она у меня тоже где-то на рабочем столе. Кликаем добавить. Итак, вот музыка, кликаем по ней, нажимаем открыть, и вот у нас добавилась уже музыка. Ну, пока кликнем готово. Итак, идет загрузка музыки и картинок. Итак, вот у нас в программу загрузились все картинки и музыка. Сейчас мы посмотрим, что-то может быть удалить надо. Так, что-то может быть переместить надо. Так, давайте вот эту рамку переместим в самое начало. И напишем на ней какой-нибудь текст. Для этого так, выделяем слайд, кликаем по нему, дальше переходим редактировать, здесь кликаем добавить слой, кликаем фотография, выбираем фотографию с рамкой. Я хочу рамку добавить. Так, вот эту рамку я кликаю, открыть, и вот она у нас открылась. Здесь мы кликаем уместить. Вот она у нас уместилась. И давайте что-нибудь напишем на внутри этой рамки. Здесь нам надо добавить слой, кликаем. Кликаем 3D текст. И вот здесь напишем. Так, мы можем здесь вот так растянуть, вот так можем увеличить, переместить можем. Итак, написали корпоративная вечеринка 2015 год. Можем вот здесь изменить текст, цвет текста вернее. Можем так сделать. Давайте так сделаем. Внизу кликаем сохранить. Все, у нас первый кадр сделан.
Давайте посмотрим, как он выглядит. Так, это уже второй кадр пошел. Кстати, вот переходы у нас, мы можем переходы изменить. Кликаем левой клавишей мыши на переход вот сюда. Здесь вот вверху кликаем переходы и можем выбрать переход, который нам, допустим, нравится больше. Вот здесь можно выбрать категории, допустим, стандартные, 3D. Давайте 3D возьмем. Вот сюда, допустим, кликнем. Кликнем и вот его подтащим сюда, не отпуская клавишу левой мыши. Перетащили, все, у нас вот такой переход получился. Как видите, друзья, совсем несложно сделать слайд-шоу в программе Photoshop Pro. Главное, чтобы у вас были в наличии достаточное количество фотоснимков в цифровом формате, и используя программу Photoshop Pro, можно сделать незабываемые видео, которые будет вам приятно посмотреть многие годы. Не только вам, вашим друзьям и знакомым. На этом все, друзья. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Успех вам! До следующих встреч. Пока-пока!